еще одну сыграть. Я поэтому хотел бы сыграть, задать такой тонус сразу, довольно живой и энергичный. Одно из прекрасных произведений в инструментальной музыке. Его играют и на скрипках, и на цимбалах, на разных инструментах. Ну, на аккордеоне он тоже неплохо получается. И так как у меня аккордеон с различными такими разными эффектами, тут, в принципе, заложен, можно сказать, оркестр. И я покажу некоторые инструменты, и так звучит летнее. Ну, уже сейчас птички начали петь. Это пьеса называется «Жабра». Композитор изображает всяческие переливания его голоса. Итак, «Жабра». Для вас играл Виктор Олейников.